16 октября отопление включат в домах приднестровцев. Ранее отопительный сезон стартовал только для медучреждений. В Приднестровье отопительный сезон начался с 8 октября. Тепло в первую очередь по поручению президента Вадима Красносельского поступило в лечебные учреждения со стационарным пребыванием граждан. С сегодняшнего дня отопление включат в школах, детсадах, организациях и учреждениях, а также в домах приднестровцев. Об этом сообщили в Департаменте энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Минэкономразвития ПМР.